хочу сказать всем спасибо ребятам, то, что бились до конца и вытащили такой матч. Конечно, не должны так играть дома, но что сделать, так получается, значит, ну, выиграли, слава богу. А как себя сегодня чувствовали? Все-таки первая игра после такого перерыва? Я, как обычно. Вначале было небольшое волнение, ноги потрясывались, а потом нормально все. А состояние физическое как? Все хорошо. А как оцените вообще игру команды вот с этими дальневосточными командами? Кунь-Лунь, Амур, всего 3 очка удалось завоевать. Ну да, вот я поэтому и говорю, что вот, я не знаю, что происходит. Начало не получается, у нас вроде хорошо играем, моментов много, но не можем забить. А в ответ пропускаем голы. И потом достаем из себя все силы, чтобы сравнять. Так не должны начинать игру. Должны забивать сразу, если есть момент, надо забивать. Ну, так, больше нечего сказать. Сильно сказывалось сегодня отсутствие Капризова и Воробьева, которые уехали в молодежный сборник? Да, ну не помешали бы они точно. Но так команды все играли как одним целым.